Сергей Григорьевич, с каким настроением и с каким настроем команда и вы лично подходите к вот очередному матчу первенства ФНЛ с Краснодаром? Настроение рабочее. Задачи, которые стоят перед нами, понятны. Необходимо в каждом матче, как в последнем, играть. Потому что уже недопустимо малое количество очков. Вот с таким настроем и готовимся к матчу. Надеюсь, футболисты сумеют нормально подготовиться, восстановиться после кубкового матча. Как вам условия для подготовки? Как вам вообще Академия Краснодара? Вы здесь впервые или были раньше? Ну, о чем можно говорить? Только общеизвестные вещи, что всем бы такие условия для подготовки молодежи было бы прекрасно. Это единственная, наверное, частная академия, с таким размахом построенная в нашей стране. Поэтому одни положительные ощущения. То есть у нас нет длинных каких-то перемещений, мощных, активных. У нас будет... Сразу с высоким подниманием. Thank you.